Всем привет, с вами Леон Пикачу, и сегодня будем играть в игру Акинатор. Давайте уже приступать играть. Сегодня будем отгадывать их там блогеров. Так, Скори, нет, не свои. Возможно, частично, да, я не знаю. Ваш персонаж существует реально? Насти. Да. Ну, давайте отгадывать Арткула. У вас персонаж женщина? Нет. У вашего персонажа есть канал на Ютубе? Да. Это если что, Арткул. Номер вопроса. Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютеру играм? Ну да, он уже снимает Арткул. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Нет. Есть ли у вашего персонажа дети? Нет, по-моему. У вашего персонажа больше миллиона подписчиков на канале Ютубе? Конечно, нет. У него 300 подписчиков. 300 тысяч подписчиков. Ваш персонаж связан с телефонными играми? Игра. Ну да, связан. Снимал ли ваш персонаж игры от Supercell? Конечно, да, он же Brawl Stars. Brawl Stars снимает. Ваш персонаж школьник? Нет. Ваш персонаж использует матершинные слова? Нет. Есть ли у вашего персонажа борода? По-моему, нет. Ваш герой скрывает лицо? Нет, не скрывает. Вашего персонажа добрая мама? Да, конечно. Ну, я не знаю. Да. Умеет ли ваш персонаж монтировать видео? Конечно, да. Ну, он же блогер, он же монтирует, как амбуз. Номер вопроса 16. Связан ли ваш персонаж с игрой... Сейчас, стой. Mortal Kombat и Mobile? Нет. Номер 17. У вашего персонажа... Английский ник на Ютубе, да, у него же Арткул. Ваш персонаж любит материться и не цензурно выражаться? Наверное, да. Ваш персонаж Арткул? Да, ваш персонаж Арткул, да. Вашего персонажа на канале больше... 5 миллионов подписчиков? Нет! Харк? Какой еще Харк? Нет, это не Харк. Продолжить, да? Живет ли ваш персонаж в вашем городе? Он вроде в Москве живет или где? Нет, он не живет. Ваш персонаж родился зимой? Но я не знаю. Номер вопроса 24. Ваш персонаж участник в турнирах? Наверное. Ваш персонаж владелец сервера в Discord? Сервера Discord. Наверное, да. Ваши родные дети? Стоп. У вашего персонажа родные дети? Я не знаю. Это кто? Я не знаю. Это же... Нет, ты не отгадал. Продолжить? Да, давай. Отгадывай. Ваш персонаж в очках? Нет.
Лысый ли ваш персонаж? Нет. Ваш персонаж снимает стримы игру Brawl Stars? Да. Ваш персонаж из черновцов? Нет. Ваш персонаж носит кепку? Нет, он же очки носит. Да, ты отгадал. Я думаю, это... Да, это он. Чтобы получить этот приз, вон. Что это? Ладно. Так. Так, где что тут брать? Играть снова. А теперь нас научили. Давайте... Так. Может... Аурум? Аурум, давайте. Ваш персонаж из реальной жизни? Да. Ваш персонаж женщина? Нет. Ваш персонаж видеоблогер? Да. Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм? Да. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Нет. Ваш... Есть ли у вашего персонажа дети? Так, да, у него есть ребенок. А у Рома уже есть, ну да. Ваш персонаж снимает стрим игры Brawl Stars, да? Ваш персонаж играет в Roblox? Нет. Ваш персонаж управляет кодом своей игры? Да. Ваш персонаж связан с каналом Аурум? Да, связан. Вашего персонажа? Недавно родился ребенок? По-моему, да. Кто это? Да, это Аурум, он угадал. Ладно, на этом наш ролик подходит к концу. С вами я, Леон Пикачу. Всем пока, всем